Вот. 20 миллиметров противотанковое ружье. Видали? На вылет. А есть еще 37 миллиметров. Вот такая пробоина. С голову. Где-то здесь он был. Это должно вас как-то оправдать, я не понимаю. Я здесь не для оправдания, товарищ командир. Хотя вины с себя не снимаю. Неужели? Именно так. Это я послал войска в бой на броне, которая годится только для парадов. Причем самовольно. Но, боюсь, с такой дисциплиной воевать вам осталось недолго. Не знаю, сколько осталось мне, но у Красной армии впереди еще не одна война. Весьма вероятно. Наверняка. И для победы нужны танки. Настоящие. Такие, чтоб в пекле не плавились. Еще раз повторяю. Отменяйте погрузку, Михаил Ильич. А чего вы ждали? Я сразу говорил, без испытаний танки к смотру не допустят. Ну, раз нельзя грузить, значит, не будем грузить. Делов-то. Thank you.
ЧК. Вот что там сказано. А своим ходом никто не запрещал. Вот мы и поедем. Михаил Ильич, до Москвы 1000 верст. Да это не серьезно. И обратно. И нет там никакой 1000, не надо придумывать. Так, все, хватит. Что Михаил... хватит? Вот мы пробег и намотаем. А я с вами. Куда с ними? Идите работать, Катаева! Никто вообще никуда не едет! Харьков. Москва. Без малого 800 километров. Точно. Но мы же на танках сможем кое-где срезать. 1,5 тонны дизеля на каждый танк. Минимум. Дополнительные баки повесим на броню. Плюс возьмем один ЗИС, забьем его под крышу. Будете проходить Курск, Орел, Тула. В принципе, заправку можно организовать. Хорошо. Допустим, что получится. Да уж лучше допустить, что не получится. Подождите, Николай Алексеевич. Сколько дней вы планируете на такой пробег? Все за нас планируемо. Смотр 17 числа. Надо успеть. Один день на подготовку, 7 дней в пути, с учетом остановок на ремонт. Потихоньку, по 200 в день, без приключений. Так-то он звучит, конечно, неплохо. Это если без приключений. Плюс как минимум в том, что это пылевые испытания. Они нам все равно нужны. Да в том-то и дело. Одни сплошные плюсы. Вот тебе необходимый пробег, вот тебе демонстрация возможностей новой советской техники. Ну что здесь смешного? Такое расстояние своим ходом. Это вообще какому танку под силу? Ты еще с такой броней. Да ведь мы пока еще не знаем, по силам ли это нашему. Да все ты знаешь, Сан Саныч. Не надо сейчас. На смотре будем, как и обещали. Где здесь минусы? Все, и нечего тут думать. Минус в том, Михаил Ильич, что вы, извините, ради собственных амбиций собираетесь погнать через полстраны 2 секретных образца военной техники, подвергая таким образом риску не только вложенные в них народные средства, но и государственную безопасность. Без приказа сверху мое ведомство это не согласует. Насчет амбиций, Петр Андреевич, вы правы. И насчет приказа, кстати, тоже. Вообще своим ходом? По шоссе? А как? По бездорожью? На пролом, что ли, прямо? А они так смогут? Я понимаю, что это танки. Согласен. Согласен, что это будет впечатляюще, но риск тоже не маленький, скажем прямо. Хорошо, Михаил Ильич, давайте так. Мое разрешение, считайте, у вас есть. Верховное руководство я предупрежу, но больше никого в курс ставить не буду. Образцы секретные, так что и операция ваша, считайте, тоже секретная. И постарайтесь без сюрпризов. Давай, не подведи. Тогда 17-го как штык. Жду. Спасибо, товарищ Жуков. Давайте договоримся сразу, Михаил Ильич. Во-первых, я еду с вами. Ну, во-первых, это ни к чему. Ни к чему это обсуждать. Это даже не мое решение. Сотрудник НКВД в составе экипажа необходим. Согласен. И второе. Командуйте пробегом вы, но у меня есть полномочия остановить операцию в случае любого происшествия и любого отклонения от плана. Вы это понимаете? Петр Андреевич, вы кого-то первый день меня знаете. Вот это меня беспокоит. Да перестаньте, нет никаких поводов. Поедете, развеетесь. Книгу с собой возьмите какую-нибудь. Лавки.
Ну что ты мне здесь устроил, Катаев, а? Только этого мне сейчас и не хватало, правда? Вы моториста берете, походового инженера берете. Ну а куда я без них? Да их агрегатов в танке от силы на 5 тонн, а все остальное это броня. Да, здесь не поспоришь. Я эту сталь день и ночь плавлю, испытания эти бесконечные провожу. Про эту товарищу сталь, ну кто расскажет? Сталин, про то, как ты плавишь? Про броню, про состав, про режим закалки, про... Главный конструктор расскажет уж как-нибудь. И про то, как ты плавишь, тоже. Михаил Ильич, ну чем я вам помешаю? Ну возьмите у меня, я пригожусь вам. Я еду готовить буду. Ну вот вернёшься, испечёшь нам пирог. Ну была б ты мехводом, было бы другое дело. Ну... Ну пожалуйста. Нет. Нет. Да что хорошего в этом пробеге? Холод, комары, тряска по 10 часов в сутки. Это не полезно для молодой девушки. Здесь я на курорте. Все, спор окончен. Ты остаешься и прекращай тут сырость разводить. Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Говорите, у них есть готовые изделия? Так точно, господин полковник. Два прототипа пойдут из Харькова в Москву своим ходом. Пойдут своим ходом? Так точно. Два танка? Поручите нашему человеку в Харькове срочно собрать диверсионную группу и передайте все инструкции. Где-то между Харьковом и Москвой эти танки должны исчезнуть. Будет сделано, господин полковник. Внимание, группа, это наша цель. Полная боевая готовность. Весь дальнейший радиоэфир и все разговоры только по-русски.
Ну что, так и будем ползти? Давай подожмем, что ли, а? Так я б с радостью! Василий-то не торопится! А ты обгони! Не торопится, делов-то! Кто бы сомневался? А ты откуда тут взялась? Аркадий Павлович, это баллон в любую секунду взорваться может. У него вентиль сбит, и тряпка масляная сверху была. Ой, Господи. Это диверсия какая-то. Я отдам вас под суд, Катаева. Вы хоть понимаете, что вы сделали? Это не я сделала, это кто-то еще в ангаре. Его специально поставили так, чтобы он упал, а я его поймала. Я бы даже стучать не стала, у меня просто сил держать его больше не было. Ты в лаборатории кого оставила? Семенова. Я ему весь план испытания расписала. Михаил Ильич, надо от баллона избавляться. Вы не понимаете, там 140 килограмм давления. Может вентиль в любой момент не выдержать. Все взорвется сейчас в любую минуту. Его уже бы взорвалось, если бы не я. Замолчите, Катаева! Вы решили сорвать пробег? Да я вас к чертовой матери прямо здесь расстреляю! Товарищ лейтенант, давайте горячиться не будем. А пусть расстреливают, пусть расстреливают. Вы только баллон из кузова сначала достаньте, или хотя бы после не забудьте это сделать. Так, выбрасывай баллон, Аркадий. 40 литров кислорода, Михаил Ильич. Вот так вот взять, выбросить. Что за щедрость такая? Так, мы все едем обратно. Я вас просил, Михаил Ильич. Значит, не выбрасывай, а поставь аккуратненько под елочку. Не пыли, Петр Андреевич. Это намеренный срыв задачи государственного значения. Это преступление! Вы хоть понимаете, что за это бывает? Вроде бы уже расстрел обещали, нет? Ты!
Ты шутить со мной решила? Катай его! Тихо, не смей ко мне прикасаться! Так, все! Пошумели, хватит! Ну, успокойся, Петр Андреевич. Давайте спокойно все обсудим, без крика. Примем взвешенное решение, как нам поступать с Катаевой, как с баллоном, и поедем дальше. Ничего пока не произошло. Что ж, во всяком случае, что нам делать с баллоном, решать не надо. Теперь уже ничего решать не надо. Назад едем. На это твое решение что повлияло? Не очевидно. Это диверсия. Среди нас враг. Его надо найти. Согласен. Ну а для чего он сделал диверсию-то эту? Не для того, чтобы изменить наши планы. Несомненно. Но если мы поедем назад, значит, у него получилось. Горючего совсем не осталось. Продукты и запчасти все же разлетелось. Но железки-то целы, что им будет? А горючее найдем по дороге. Да и с голода не помрем. Прокормит нас сторона-то как-нибудь, а? Ну. Значит, так. Катаеву и Аркадия оставляем здесь. Угу. Пусть идут до ближайшей связи, вызывают помощь с завода. Согласен. А вы женаты, Петр Андреевич? Нет. Какое это имеет значение? Да просто, думаю. Зачем вы так яростно от Катаева избавились. Лида! Давай сюда! Сейчас темнеет уже! Лида! Да кто их разберет? Ну, на гусеницах. А что, может,
трактора, может, вездеходы. Фары светят. А там добра навалено столько же. Не разберешь толком. Добра, говоришь? Ага, а самое никуда. Ветки цепляют. Я говорю, бать, наворовали. А если военные? Да какие военные? Ну, гражданские, гражданские. Их там всего пятеро, может. А я говорю, кто по своей воле через болото попрет? Коль дорога есть. Ворюги только, вот кто. Ворюги. Ага. Учись у них. Он тракторами гребут. Не, ну я в смысле говорю, поучиться. Возьмем, а? А то что они, как у себя на огороде? Ладно, собираю людей. Трактора и нам пригодятся. А? Все спят. Один на вахте. Можно действовать. Двое со стороны холма, двое с дороги. Ты со мной. По сигналу. Замерли. Лагерь-то не собрали. Ну, вылезай, собирай. Из башни надо бы сейчас по ним шмальнуть. Воробьям? В рощу давай, сами отстанут. Да я никуда не еду! А он Михаил Ильич поехал. А мы нет! Видишь, я в исподнем, я без гимнастерки не поеду. Давай, давите, гадов! Вот это можно! Нет. Похоже, приехали. Вылазь, голубчики! Поговорить будем! Так, я пошел. Сиди, Петр Андреевич. Начальство разберется. Медленно так вылазь, лады. Хулиганить не будешь. Девчонку авось твою не попортим. Девушка, сюда, я вылезаю. Нет, не пойдет. Вылазь, кому говорено. И второму своему скажи, пускай свой трактор отопрет. Не боись, договоримся. А не сомневайся, других вариантов нема у тебя. А? Да тихо ты. Вылезай. А? Давай, лежи. А? Нормалек. Мишо. Крепче, крепче, дружи.
Ты это, заводи давай, а то пристрелю. Все у нас, так сказать, по графику, Георгий Константинович. Нет, ну, мелкие проблемы, да. Ну, куда же без них. Но в Москву придут вовремя. Ну, вы же знаете Кошкина. Это хорошая новость. Выйдут на связь, передавайте привет. Да. И скажите, что я уже доложил товарищу Сталину о том, что машины будут показаны на смотре. Всего доброго. Что говорят? Глаза твои куда смотрели? Ты трактор от танка отличить не можешь? Так а кто ж его знал-то? Не видать же было ни хрена. Не видать, не забываешь! Ты бы мне еще сюда бронепоезд пригнал с чекистами. Или танк, что ли, не добыча? Голова твоя где? Ты медведя загнал. А схавает он тебя? Что я делать теперь буду с той добычей? Что потребно, то и сделаем. Сделаем! Искать их будут днем с огнем, пока нас не найдут. Избавляться от них потребно. А самим сниматься и уходить к чертям на болото. Хорониться до второго пришествия. Бать, там это, не местный какой-то, говорит, что хочет с тобой побеседовать. Пристрелить? Ты же сказал, что всех поймал. Так... Охоты живут. До разбоя. Советскую власть не приняли, вот 20 лет по лесам прячутся. Недобитки. Убьют они нас? Че ж сразу-то не убили? Побоялись, видать, что с техникой не справится. Верно. Хотели перед вождем добычи похвастать, а он не такой дурак, как они. Соображает, что два танка советская власть просто так ему не подарит.
Так, может, отпустят? Не отпустят. Я же говорю, он не дурак. Я бы ему пообещал, что мы про него никому не расскажем, только он не поверит. Я же ему правду про нас не рассказываю. А без правды какая вера? Бежать надо. А ты чего передо мной машину трясешь? Цену мою знаешь? Почем покупают, такова и цена. Что-то я не вижу тут очереди. Так а я тебя вроде к своему лотку и не зазывал. Так тут и не рынок, а совсем наоборот. Тихая жизнь в тихом месте. Никто не знает, никто не ищет благодать. Вот бы так и осталось, верно? Ты пугаешь меня? Боже упаси. Ну а тебе-то на кой эти танки? Воевать решил? Они мои. Ты хозяин? Теперь хватит. Да. Теперь в аккурат еще раз по столько и будет. За каждый танк. Хорошо бы нам не поссориться, хозяин. Хорошо бы, так что ступай. Ступай давай, шукай денежку. Найдешь, приходи. Ступай, смелей. С вами, хлопцы, с того начать, что всех вас в болоте утопить. Подвинься-ка. Слушай, на танки твои покупатель пришел. Че делать? Продавать? Какой покупатель? Да шут его знает. Это я у тебя хочу спросить. Ну, такой, как сказать, деньгами бренчит. Мои танки, говорит. Продавай, мол, не то убил. Вы серьезно? Он, гляди, залог оставил. Ну вот, Михаил Ильич, а вам все кажется, что у вас врагов мало. Что за враги? Кто такие? Да кто же их разберет, папаша? Из вашей-то тюрьмы. А ты предположи. Какая разница? Враги. Эти танки нужны стране. Завладеть ими хотеть может только враг. Надо было вчера утопить! Вас в болоте с вашей техникой нахлебаемся из-за вас сегодня! Отпускай нас, атаман! Перебьют они твоих! Добежим до танков, прикроем тебя! Лежать! Из орудия жахнем, отец! Так я вам поверю! А какие еще варианты? Давай сесть помирать, нам-то все равно! Своим танком! Василий, Кайра, давайте! Начинайте!
без меня, сейчас! Куда ты? Шмальнуть, а ты вовремя надрыхал. Жаль только и правда, шмальнуть нечем. А сейчас, ох, как не повредило бы. Сейчас поищем, Михаил Ильич. Это еще откуда? Ты зачем это с собой взял? Да подумал, может, салют когда дадим. Ну или еще зачем? Ну ты даешь, Коля. Что? Да что я могу один? Там пулемет такая, как будто моряк не сдается. Михаил Ильич, дайте вперед, угла не хватает. Подкрепление! Это хорошо! Понял! Хорош! Помогу. Сидела ты в Харькове, Катаева. Была б польза. А теперь уж я сам. Да исчезните вы, хлопцы, с глаз моих со своими танками! Пока я, ей-богу, не передумал! Мы далеко не уедем, атаман. Ты видишь, что приключилось, пока мы за тебя воевали? Душегубы эти за вашими танками приходили, так что вы сами за себя воевали. Не надо было наши танки захватывать. А? Не разбойничал, не было бы проблем. Да если бы мои вас утром не повязали, прям там всех вас и положили бы, враги ваши. Так мы что, у тебя в долгу, отец, так что ли получается? Пока нет. Но думаю, скоро задолжаешь. А ну-ка, идем-ка. Может, мне с вами, Михайлович? Да нет, не надо, я же не думаю, что он... Пусть идет, пригодится. Поверить не могу. Поберегись.
Откуда же это тут? Скажи дружку своему, чтобы вопросы их задавал. А то мне тоже много чего любопытно. Черпай давай сколько надо. И чтоб танкетки ваши от меня на другой край земли укатились. Оно. Говорит, Михаил Ильич, успеваем? Успеваем. Если все дальше без приключений пойдет. Так тормозишь-то? Чего-чего, смотрите сами. Всем покинуть машины! Предъявить документы! И приготовиться следовать за мной! Нет, ну можно, конечно, за ними проследовать, все. В конце концов, решится, несомненно, но это будет долго. Поэтому предлагаю такой вариант. Задраиваем люки и спокойно едем вперед. Они пошумят, отстанут, начнут звонить, выяснять. Все выяснят и успокоятся. И результат тот же. И время не потеряем. Вечно вас на криминал какой-то тянет, Михайлович. Я с вами зачем спрашиваться? Кроме того, нужно наконец Катаева передать в руки властей. Лейтенант особого отдела НКВД Петр Мизулин. Сопровождаю спецкараван. Предъявите документы. Конечно. Минута. Ну, с другой стороны, просто поехать тоже вариант нормальный. Есть в этом логика. Стой! Товарищ капитан, что делать-то? Что делать? Армию вызывать! Или по-хорошему не понимаю? Пошли!
Вот дерьмо. Каким образом группа превосходно обученных специалистов не может справиться с 5 гражданскими? Да еще и несет потери. Активируйте Шульца. И уборщицу сюда позовите. Замечательно. Подготовьте еще пару площадок, на всякий случай. Где-нибудь здесь. Хорошо, товарищ генерал. Подписать как-нибудь или просто? Напишите танк номер 34 или просто 34. А лучше Т-34. Что же опять за стерва-то за такая, а? Что случилось? Да какая-нибудь дрянь. Сейчас разгляжу. Внимание! Экипажам немедленно покинуть машины!
В случае неподчинения открывай огонь из противотанковых орудий! Теперь куда, Михаил Ильич? Задним ходом? Не знаю. Надо смотреться. Все, приехали. Доигрался Кошкин. А что там видать-то? Плохо дело. В этот раз на пролом не получится. У этих уже не сабельки. Дай-ка гляну. Я к Кошкину. Учудит он что-нибудь, чего доброго. Слушай, не лезь, лейтенант. Пристрелят. Не пристрелят. Петр Андреевич, не надо. Товарищ Кошкин, давай не дурить. Это уже не шутки. Надо выходить. Да я вижу, что не шутки. Даю вам минуту покинуть машины и сдаться. Через минуту открываю огонь. Если сдадимся, не успеем. А так угробим танки и людей. Сильно нам это на смотре поможет, как думаешь? Ну, как ты понимаешь, Петя, счет на дни идет, а может быть, на часы. Война вот-вот начнется, может быть, завтра. Я знаю. А еще я знаю, что без этих танков нам не победить. Не успеем на осмотр, не пойдем в серию. Решение будет принято, и вот тогда уже все. Так я не спорю, что танки прекрасные, но там, Михаил Ильич, войска Красной Армии, у них орудие. А у нас броня. Вы серьезно это, что ли? Бред какой-то. Вы как хотите, я выхожу. Постой. Я пойду первый, вы за мной. Заводи, дядь Вася. Поехали. Да они сейчас стрелять начнут. Ну-ка, вылезай-ка давай. Не вылезу, так что стрелять все равно начнут. Че, с ума сошла, девка? А ну, марш наверх! Да у них там одни сорокопятки, да еще и под таким углом. Не возьмут они нашу броню, даже краску не поцарапают. Ведь ты какая отважная, сорокопятки. А может, и в потьмах не разглядел, может, там 76 есть. И 76 не возьмет, если мы стоять как дураки не будем. Ну... Не знаю. Ну, не знаешь, дядь Вась, вылезай тогда, раз ты такой нерешительный. Чего это нерешительный-то? Я нерешительный. Thank you.
Ну-ка, пусти! Кто вас стрелять учил? Там Василий поехал. Заводи, Коля! Куда поехал? Туда! Зачем? Не знаю! Стоять! Так, так, почему он поехал? Кто ему разрешил? Это с ним? Вот догоним, тогда и узнаем. Поехали, Коля! Нет! Так, да или нет, определитесь, черт вас подери! Что за ерунда? Это бронебойный был? Так точно! Шли вдоль оврагов. Все требования проигнорировали. Наши бронебойные снаряды их не брали. Оба танка ушли в лес в районе Пестрова. Молодцы. Простите, товарищ генерал. Молодцы, говорю. Все правильно сделали. Почему сразу мне не доложили? Виноват, товарищ генерал. Хотел справиться с задачей. Потом докладывать. Ладно. Теперь по поводу задачи. Слушай меня внимательно. Давай, Петр, буди народ, ехать пора. Сейчас, Михаил Ильич, лицо умою. Мы здесь. Я предлагаю напрямки. О. Целый кусок без населенки. Правильно. Надо вообще подальше от дорог держаться. Еще одна такая встреча, и все. Да тут и спорить нечего. Да нам крупно повезло, что ходовая не пострадала. Болот многовато. Но это уж как-нибудь. У нас же два танка все-таки. Ладно, надо собираться. Давайте, давайте.
чем? Ай, цепляй, не цепляй, с этой стороны ты... Ты его все равно не дернешь. Видишь, обрыв какой. Да. Это, считай, противотанковый ров готовый. А если сзади дернуть? Сзади выдернем. Только как мы там окажемся? Ну, значит, если в объезд через болото, то это километров 6. Можно вокруг озера, но потом-то обратно возвращаться. День потеряем. Ну, какие варианты? Езжайте, Михаил Ильич. Я тут что-нибудь придумаю. Нет, одного мы тебя здесь не оставим. Да правильно. Тут уже до Москвы всего ничего осталось. Как-нибудь без меня доедете? Я с Кайратом останусь. Поехали, Василий. Ага. Спасибо. А можно я с вами? Останови, Василий! Надо сверить маршрут. Михаил Ильич, а можно пока вас сверять? Я тоже по-быстренькому. Давай вперед, быстро. Самочувствие! Ты уж прости меня, что так получилось, но просто по-другому ты бы со мной говорить не стал, а при девчонке это и подавно. Не-не,
Не-не, что ты? Что ты? С ней все в порядке, не волнуйся. Поплутает она немного и найдется. Девка сметливая, не пропадет. Ты меня уж совсем за изверга держишь. А я ведь лучшего хочу, как и ты. Только ты главного не понимаешь. Не тех начальников ты выбрал. Не тех. Не оценят они твои танки, не оценят они твои таланты, твои труды. Плевать они хотели на все твои усилия. Их интересует только одно. Когда ты, Кошкин, отступишься, и вот тогда сожрут они тебя со всеми потрохами, как и многих других таких же. Потому что это дикие варвары, и так будет всегда. А я тебе другое предлагаю. Чистые города, воспитанные люди, новейшие заводы, технологии, оборудование. А главное, делаешь ты то же самое. Но будешь получать деньги и уважение. Да что там деньги, Михаил Ильич? Ты в историю попадешь. Дети потом про тебя в учебниках читать будут. Понимаешь меня? Спасибо тебе, Василий, конечно, за заботу такую обо мне проявленную. Только вот... Вот тебе сюрприз. Да не работаю я ни на какое начальство. Я на народ работаю. И на себя, соответственно, потому что я тоже народ. Понимать это следует вот каким образом. Города красивые. И заводы самые лучшие. Я здесь построить собираюсь. А деньги почет это уж как приложится. И самое главное. Ну, не люблю я предателя. Дурак ты. Ах ты, зараза, а? Ах ты, сволочь ты, а? Ну надо же, ну надо же, а? Твою мать. Ну что, ты сам меня вынуди. А ну, вылезай! Извини уж, Михаил Ильич, но ты меня вынудил. Михаил Ильич, с вами все в порядке? Успела все-таки на броню заскочить. Не переживай. Мы скоро вернемся. Я обещаю. Надо к горкам идти. Хоть и дальше, но дорога тут явно суши. Тихо.
Давай-ка от греха подальше. В танке укроемся. Пока. А где же ваши танки, товарищ Кошкин? Товарищ Сталин. Для проведения ходовых испытаний в условиях, приближенных к боевым, экспериментальный образец танка Т-34. Два экспериментальных образца танка Т-34 своим ходом проделали путь от Харькова до Москвы. Танки проявили себя идеально во всех боевых испытаниях. Своим ходом? Так точно, товарищ Сталин. Мало того, что это 700 километров бездорожья, это прекрасные показатели проходимости. Это было сделано за 7 дней. Переброска танковых соединений на такие расстояния в отсутствии автомобильных и железных дорог – это невероятное стратегическое преимущество. За время пробега выявлялась прочность и надежность работы танка и отдельных его агрегатов. А вы как здесь оказались? В жизни не поверишь, Михаил Ильич.
Имеет надежное бронирование, защищающее от 37-50-миллиметровых противотанковой артиллерии и пушечное вооружение калибра... Опять у нас что, танк будет? Да бросьте, Михаил Ильич. Медведь в цирке на велосипеде одноколесном ездит. А тут лейтенант НКВД. Молодец, лейтенант. А Васильичу? Чего? Могли бы хоть записочку оставить. Я его чуть не развязал. Хорошо, что Петя у нас подозрительный. Значит, как напали на вас, ты не помнишь. И почему именно тебя не похитили, ты не знаешь. Откуда мне знать? Так откуда ты знаешь, что аккумуляторы в танке разряжены? Ну, а сейчас он где? Где, где? В танке? Это будет ласточка наших бронетанковых сил. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Часовые родины стоят, там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Там живут и песня в том порукой, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга.
экипаж машины боевой. Три танкиста, три весомый друга. Экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на землю самураи под напором стали и огня. И летели на землю самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.